Ян Янс ван де Велде, голландский художник, замечательный мастер малых и интимных натюрмортных постановок. Ян Янс ван де Велде родился в 1619 или 1620 году в Харлеме и там же начал свою художественную деятельность, возможно, в мастерской Питера Класса. В 1643 году Велде уже проживал в Амстердаме, где и умер после 1663 года. Долгое время считалось, что самый ранний натюрморт Велде – это датированная в 1646 году картина, проданная на аукционе Зедельмайера в Париже в 1907 году. Однако опубликованная Кузнецовым еще в 1966 году картина «Завтрак», находящаяся во Львове, картинной галереи 1639 года, позволяет на целых 7 лет отодвинуть эту дату и лучше судить о первоначальном этапе творческой деятельности мастера. В 19 лет Велде становится приверженцем демократических традиций ранних мастеров голландского натюрморта. В картине, находящейся во Львовской картинной галерее, художник пользуется весьма ограниченным реквизитом натюрмортной постановки. Беркемайер, наполовину наполненный белым вином, ветка винограда, апельсин и два лимона. И все это расставлено вдоль каменной плиты стола, не покрытой скатертью, со сколами по кромке. Естественность и незатейливая простота в расстановке вещей помогают зрителю ощутить незримое присутствие хозяина дома, приготовившего себе этот завтрак. Живя в ранний период своей деятельности в Харлеме, Ян Янс ван де Велде, несомненно под влиянием натюрмортов Питера Класса, пристрастился к изображению длинных курительных трубок, лежащих на столе рядом с сопутствующими им колодой игральных карт, кувшинами или стаканом пива. Именно по такой схеме построены натюрмортные группы и некоторых известных картин Яна Янса ван де Велде. Иногда мотивы курительных принадлежностей обнаруживаются в сервировках малого завтрака с легким вином, лимонами и устрицами, как это видно на примере натюрморта, находящегося в Амстердаме в Рейксмюзиуме. Впечатление интимности и даже известной будничности от малых завтраков и трубок на столе Яна Янса ван де Велде сохраняется и в другой значительной группе его картин, где как и в самой ранней его работе вместо курительных принадлежностей карты пива на столе занимают место стакан белого вина, устрицы, фрукты.
И в этих картинах, как и в львовском натюрморте, в моделировке предметов, в передаче фактуры отчетливо проступает своеобразие живописного почерка мастера. Там, где он хотел показать прозрачность бокала или влажную свежесть мякоти груш или виноградной кисти, он кладет краску ровным тонким слоем, сквозь который просвечивает серо-зеленый фон стены. В изображении же цитрусовой, где художнику важно было подчеркнуть пластичность формы, краска нанесена частыми торцовыми ударами кисти, иллюзорно представившими пористость кожуры лимонов и апельсинов. По-иному мелкими желто-зелеными и оранжевыми мазочками передана отполированная до блеска поверхность раковины. Благодаря этим особенностям трактовки фактуры, раковины кажутся только что раскрытыми, а плоды лишь секунду назад сорванными с дерева, под оболочкой которых еще недавно пульсировали жизненные соки.